новый заказ, у нас есть новая идея. Это картину написать, фотографии, такую вот как подарочную картину сделать. И уже нанесен вот рисунок, сделан углем. Есть, в общем-то, подбор красок на основе фотографий, которые мы имеем. Фотография будет тоже показана, как идея, в общем-то, с чего все бралось. Ну, точную копию мы не будем делать, будем делать настроение, чтобы, ну вот это живописная все-таки должна быть работа. Есть подбор красок, ну, примерно выглядит он вот так вот. Что мы имеем? Ну, белый цинк, оранжевую, конечно, глубокую, желтую, тоже medium yellow цвет. Глубокий желтый цвет, такой как, в общем, такой есть голубой, небесный, маджент, это краплак у нас есть, охра есть. Дальше идет, это у нас темное, это пруссиан, это изумрудный, темно-зеленый, глубокое. Кобальт, кобальт светлый, кобальт глубокий, небесная краска, это тоже из таких больше, как кобальт, вместе с белым смешанный, готовый. И здесь тоже один из глубоких, таких как турквайз, только он хьюд, да, глубокий такой цвет. Не знаю, какими из них я буду пользоваться, но в принципе палитра вот так вот выглядит. Теперь, чем мы будем писать? Ну, кистей как бы много, посмотрим тоже, какая ляжет. И мастихин попробуем. Мы попробуем такую кисть тоже для написания как бы неба, хотя здесь безоблачно. Будем придерживаться оригинала, того, о чем попросили. Теперь по поводу, чем будем писать. Я взяла тройник. Тройник. Мы сейчас будем добавлять еще белого. Пока что я сделала такие достаточно темные цвета. Но мы приведем это еще к белизне. Этот же цвет можно, конечно же, сбрасывать сюда, уже вписывать в речку. Тут у нас будет очень много отражения. Ну, таким вот образом можно чуть-чуть тоже заказать, отразить и небо сюда. Тоже с краплаком в некоторых местах. Такую гладь. Так, вокруг фигуры у нас будет спокойно все. Вокруг фигуры сейчас подчистим. Пока нам сюда заходить не надо. Хорошо. Незакрытая дырочка. Вообще абсолютно как бы чистое небо. Без всяких облачков. Так, ну вот сейчас идет такой подмалевочек. Возьмем теперь щетинку и аккуратненько разнесем. Так, еще раз, это наша заводь там вдалеке. И вот она вот такая вот длиннющая идет вот сюда. Очень красивая. Будем делать ее. Сейчас я буду закладывать, наверное, самые такие темные места, которые я наблюдаю. Ну и еще будет у нас линейная перспектива, воздушная перспектива. Пока мы вот намечаем, где у нас самые темные такие места. И вот таким вот образом здесь загоняю такую вот жесткую тень. А здесь тоже где-то мы выйдем. У нас будет заканчиваться вот здесь вот одна часть деревьев, вот она. Мы вот ее определим вот таким вот образом. Это все через кобальт такой. Там еще будут добавления. Это у нас происходит вдалеке. Уже начинаю
как бы лепить деревья. Вот они вот здесь. И потом еще будет самый светлый цвет. Например, у меня охра будет. Будут, конечно, такие еще кое-где яркая зелень, но это не в таком большом количестве будет выходить. Деревья мы сейчас будем тоже как бы выписывать. Можно это сделать и когда красочка уляжется. Это очень важно, чтобы подсохло то, что мы сейчас делаем под малевок. И потом уже можно прописать. Здесь есть и оранжевые, кстати, такие вдалеке, вот моментики. Но в основном это, конечно, холодные. И они смотрятся хоть и светлее, но у них более холодный цвет там сзади у деревьев. Пока. Ну вот это дерево, оно прям на нас смотрит. И я вот его таким вот образом вытащу. Сюда вот, да, вот она уходит таким вот образом. Она будет здесь полностью у нас отражаться. Это будет, это все вдалеке, именно вот в этом месте. И здесь тоже будет немножечко отразим розоватость. И гладь мы пока делаем горизонтально, а выкладывать все оттенки отражения будем, конечно же, все вертикально.
наметим немного лилий, которые у нас будут. Они у нас будут с левой стороны, достаточно яркими пятнами будут. Для этого мы сразу же введем теплые цвета. Они как бы такие теплые получаются, теплые зеленые на достаточно темной глади. Сразу же глубина как будто бы здесь чувствуется. Вот они здесь у нас выложены будут. У нас будет еще желтенькие небольшие такие, желтые кувшинки. Все это ближе к нам таким достаточно ярким желтым цветом будет обладать. Вот. Пока выкладываю вот такими пятнами, там будем разбираться уже, когда будем детальную прописку делать. Где-то в пользу даже розовенького, потому что где-то они, ну вот, например, такой вот цвет вполне здесь уместен. Листики неоднородные, в плане того, что нету такого, что взят один цвет. Нет, они где-то ярче, где-то не так ярче. Давайте вот здесь вот выйдем. Ну вот. Их не очень много будет, просто это сейчас сбилась такая как бы куча, ощущение кучки. И, конечно же, мы заведем желтенький такой цвет. Но чтобы он не был совсем вот для начала желтенький, я беру охру, немного рыжего, оранжевого такого цвета. Сделаю где-то буквально несколько их. Как идейку сюда заведу, сюда. Где-то здесь они будут. Они у нас будут желтенькие. И теперь можно уже выходить на такой оранжеватый цвет. Для того, чтобы как бы опознать их. Да? Потом мы уже будем работать с желтым. Но пока вот достаточно будет вот таких вот намеков. Что здесь лилии. Кувшинки. Не лилии. И этот же оранжевый можно где-то еще здесь выложить, чтобы светики такие дать. Так, вернулись к берегу. Возвращаем сюда такие светики. Он у нас песочный, но не совсем чистый. И очень много камушков и ракушек будет там. Поэтому я сейчас ввожу пока что очень много как бы таких цветиков, большое количество теплых и таких оттеночных темных, потому что у меня будут там и водичка, и остатки от зеленого такого даже цвета. И, конечно же, камушки, мелкие камушки будут. Ну, это будет идти где-то до этой поры. Здесь у нас опять проявление берега. И проявление зеленой такой волны, неожиданной такой достаточно яркой зелени. Я ее, наверное, вот здесь вот таким вот образом покажу. И потом она уйдет у нас в... Эти вот и круги уйдет, но здесь вот она такая накатывающая еще. Пока мы вводим, продолжаем работать с деревьями, я стараюсь их не увеличивать, а оставлять все-таки красочку именно здесь. Вытаскиваю различные красивые такие светики, сюжетики. Они вроде бы как вдалеке не видны, но при приближении фотографии очень хорошо читаются. Поэтому я тоже краску лишнюю снимаю. А теперь мы аккуратно идем и вот это вот отражение делаем как можно длиннее. У нас очень спокойный берег, очень спокойная вода. Я вытираю постоянно кисть и стараюсь строго вертикально сделать отражение.
Делаю я сухой кистью. Для начала я сделаю там, где я уверена. Это вот за человеком здесь. Сохраняю, стараюсь сохранить, в общем-то, красивые уже какие-то моменты, потому что мы будем дописывать, но этого не будет очень много. Это тень, вы видите ее. Пока я к ней не буду подбираться, сделаю в районе наших кувшинок. Здесь такая заводь с таким зеленым немножечко оттеночком будет. Немного снимем с наших кувшинок. Сниму я напряжение при помощи мастихина. Они чересчур здесь яркие. Так, это мы сделали сейчас, камушки втянули сюда с отражением, и у нас вот они здесь уже заработали.
Thank you.